посильнее ударить, побольше, как будто замахнулся просто. Это очень тихо, надо в 4 раза громче. Там-трам, пап-пам, этот, пап-пам, немножко ее попридержать чуть-чуть. Это очень тихо. Возьмем. Да, теперь, значит, вот это 41-я цифра, квинтет. Сразу партизан, как будто здесь уже, так сказать. Мы встретились с Шостаковичем в один из обычных дней на репетиции его первой симфонии. За дирижерским пультом сын композитора Максим Шостакович. В этом зале Ленинградской филармонии она прозвучала впервые в 1926 году. На восторженные вызовы зала к изумлению публики вышел автор, которому исполнилось только 19 лет. Музыкальная наследственность, говорит Шостакович, у меня и от матери, она училась одно время в консерватории, и от отца. Он был инженером, увлекался химией, но также любил музыку. Перелистаем страницы семейного альбома. Здесь Митя Шостакович со старшей сестрой Марусей. Наши соседи по квартире, вспоминал композитор, также занимались музыкой. И меня часто заставали в коридоре под их дверью. То было едва ли не самое сильное впечатление моего детства. Мог ли знать тогда петербургский фотограф, снимавший семью Шостаковичей, что имя этого мальчика в наши дни будет стоять в одном ряду с именами самых прославленных композиторов мира? Петроградская консерватория. Счастливые воспоминания в жизни многих музыкантов. Здесь хорошо помнят, как однажды директор консерватории Глазунов пришел в ярость, узнав, что его помощник лишил Шостаковича стипендии. «Если имя этого студента вам ничего не говорит, — сказал Глазунов, — то вам здесь не место. Шостакович — одна из лучших надежд нашего искусства». Дмитрий Шостакович учился на двух факультетах. Композиторском в классе Штейнберга и фортепианном у профессора Николаева. В этом классе, когда-то это был класс Римского-Корсакова, давал уроки профессор Штейнберг. Ему, говорил Шостакович, я прежде всего обязан тем, что научился ценить и любить хорошую музыку. Маяковский, Мирхольд, Шостакович и художник Родченко. Эта фотография относится к тем дням, когда шли репетиции пьесы Маяковского «Клоп». Всеволод Мирхольд предложил написать музыку к спектаклю молодому, еще малоизвестному Шостаковичу. Эта работа положила начало их многолетней дружбе. Дружба.
Она связывает Шостаковича с интереснейшими людьми нашего времени. Таким был Иван Иванович Солертинский, выдающийся знаток музыки, историк и теоретик искусства. Молодой композитор пробует свои силы в различных жанрах. Он пишет оперу, балет, музыку для первых звуковых фильмов. Правда, знакомство с кино у Шостаковича произошло задолго до этого, в кинотеатре, который называется теперь «Баррикада». 17-летний студент работал топером, оживляя своей импровизацией немой экран. А теперь многие фильмы с музыкой Шостаковича уже успели стать киноклассикой. Вспомним один из них. «Возвращение Максима». Шутник. Видали? Партия продолжается! Более 40 фильмов, и среди них такие выдающие сотворения, как «Гамлет», отмечены высоким искусством Шостаковича. В районах студии «Ленфильм» вновь звучит музыка Шостаковича. Мы на съемке фильма оперы «Катерина Измайлова». В главной роли Галина Вишневская. Кто краше солнца в небе? Кто краше солнца в небе?
Катерина Львовна краше. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, волнение охватывает всех нас, когда мы произносим это имя. Великий композитор, великий человек. Мне посчастливилось быть первой исполнительницей вокального цикла «Сатиры» на стихи Саши Черного. А сейчас сбылась самая большая мечта всей моей жизни. Я пою Катерину Измайлову. Но, к сожалению, эта интереснейшая работа подходит к концу. В киноархивах нам удалось найти уникальные кадры. Шостакович проигрывает клавир оперы Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Итак, товарищи, задача нашего театра — развернуть музыку Дмитрия Дмитриевича, развернуть в ней все эти страсти, все положения, образ в такой сценической форме, чтобы глаз видел то, что слышит ухо. Так сказать, очеловечить его музыку. Делать это в такой же эмоциональной форме, какую насыщена его замечательная вещь. Причем нужно помнить наше главнейшее условие нашего театра – борьба старой оперной рутины, борьба с теми штампами, которые засорили оперу, и вскрытие всего того свежего, нового, яркого, что и заключается в гениальной вещи Шостаковича. Этим путем мы создадим новую оперу и, может быть, надолго создадим себе для нашего театра замечательного, гениального музыканта. Фотолетопись сохранила сцены первой постановки этой оперы, написанной по мотивам повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Недавно вновь состоялись премьеры этой оперы в Москве и Ленинграде. Катерина Измайлова заняла достойное место на сценах крупнейших театров мира. Счастлив, что мне представилась возможность сказать несколько слов о моем одном из самых любимых композиторов Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которого я люблю с самого детства. Это говорит Леонид Коган. С самого музыкального детства своего. Я часто, очень часто играю скрипичный концерт Дмитрия Дмитриевича. Играл его во многих странах мира. Играл его в Америке, в Японии, в Австралии, во Франции, в Англии, в Бельгии. И во многих других странах. И всюду этот концерт пользуется огромным, огромным успехом.
Надо сказать, что мне этот концерт особенно дорог, потому что с первого же момента, когда я его услышал в 1956 году в замечательной интерпретации Давида Федоровича Ойстраха, он сразу вошел в меня, как говорится, полностью от первой до последней ноты. Искусство Шостаковича. Оно вдохновляет многих знаменитых музыкантов. Святослав Рихтер и квартет имени Бородина репетирует квинтет Шостаковича. Сейчас я полностью поглощен разумом нового концерта для виолончели с оркестра. Концерта номер 2 Демида Дмитриевича Шостаковича. Мстислав Ростропович. В моей жизни это произведение вытеснило буквально все. Я сейчас занимаюсь только им, только о нем думаю, а все остальное идет как-то параллельно с этим. Это произведение невероятной силы, глубины. И я надеюсь, что оно понравится слушателям, когда я сыграю его. Thank you.
Мариинской. Он был первым исполнителем многих произведений Шостаковича. Под его управлением впервые прозвучала Пятая симфония. Сейчас вы слышите ее финал. Пискаревское кладбище. Это одна из святынь нашего народа. Здесь покоятся сотни тысяч ленинградцев, отдавших жизнь в битве с фашизмом. Уже четверть века с тех пор, но никогда не сотрутся в памяти жестокие годы блокады, годы заданий и мужества.
Обратимся вновь к кинолетописи. Днем и ночью не умолкало сражение у стен Ленинграда. Перед нами редкие кадры. В осажденном городе Шостакович работает. Он пишет седьмую симфонию. Августа 42 года симфония прозвучала в Ленинградской филармонии. Для этого с фронта были отозваны многие музыканты. Дирижировал Карл Элиасберг. В этот день город подвергся ураганному обстрелу, но зал был переполнен. Теперь, спустя четверть века, в день 9 августа, мы пригласили в зал филармонии всех, кто был участниками этого знаменательного события, и слушателей, и исполнителей. Немногие остались в живых, ведь позади была большая война. Многие остались в живых. Тому, кто знает, что такое война и осада, и 125 граммов хлеба в день, и смерть близких, кто в глухие промерзшие ночи слышал стук метронома, говорящего, что город жив и готов к отпору, тому есть что вспомнить, вслушиваясь в музыку Шостаковича.
совет мира присудил Дмитрию Шостаковичу премию за укрепление мира между народами. От имени миллионов людей Шостаковича поздравили Назым Хикмет, Илья Эренбург, Арам Хачатурян. Его музыка получает высшее признание. Композитор Тихон Хренников вручает Шостаковичу Ленинскую премию за создание 11-й симфонии, посвященной революции 1905 года. И в этой симфонии звучит постоянная тема Шостаковича через страдания и борьбу к победе и счастью. Одиннадцатая симфония. Она не только прозвучала в исполнении многих оркестров мира, но и вдохновила театры на создание балетного спектакля. Вторая часть симфонии, 9 января.
Седьмая, восьмая, десятая и, наконец, тринадцатая симфония. Глубокие раздумья художника-гражданина о нашем времени великих и трагических событий. Стихи Евтушенко. Над бабьим яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно по-судейски. Над бабьим яром. Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. Мне кажется, я — это Анна Франк. Мне кажется... Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг друга мы смотрели. Как мало можно видеть, а понять, нельзя нам листьев и нельзя нам небо, но можно очень много, это нежно, друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут. Не бойся, это гул из самой весны, а идет сюда, иди ко мне, дай мне скорее губы. «В отрыве от жизни», — говорит Шостакович, — «без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного опыта нет творчества. Интересно, важно побывать в Армении на декаде русской музыки. Нужно, в
Просто необходимо принять участие в Эдинбургском фестивале в Шотландии, ведь в его программу входит более 30 сочинений композитора. После Эдинбурга Горький. Ойстрах, Янсенс, Кондрашин. В этом крупнейшем промышленном городе на Волге уже не впервые проходят фестивали советской музыки с участием выдающихся исполнителей. Слушатели встретились здесь не только с Шостаковичем-композитором. Он выступил и как один. Наконец, новый фестиваль «Белые ночи» в Ленинграде. Особенный, торжественный. Он состоялся в канун 60-летия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Прекрасней того, где ты родился и вырос. Все было готово к открытию. Но композитор не смог быть на этом фестивале. Сказался невероятный темп жизни. Стало сдавать сердце.
Шостакович снова с нами.